А перед началом видеоролика я бы вам хотел посоветовать своего лучшего дизайнера, который работает со мной и с разными успешными ютуберами достаточно давно. Делает очень классные превью и работы за кратчайшие сроки, и к тому же по очень вкусной цене. Ведь еще лично от меня по моему промокоду Москвин вы получаете 10% скидку. Переходи по ссылке в описании на его страницу, заказывай и готовься покорять YouTube своими роликами. Ведь от классного дизайна зависит многое. Всем здорово, с вами Москвин, и совсем скоро Мажестику исполнится 3 года, а это значит, что нас ждет возможные классные плюшки и много разной халявы. Об этом мы сегодня и поговорим. Ролик будет очень интересным, поэтому смотри его от начала и до конца, а самое главное без перемотки, чтобы не пропустить всю самую важную информацию. А перед началом абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 3000 Мажести Коинов в совершенно любом сервере Мажестика. Для участия нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать совершенно любой комментарий от 5 слов. А также вступить в мой дискорд, где мы часто общаемся и делимся эксклюзивной информацией там в разделе розыгрыш ты должен нажать на реакцию и ты автоматически становишься участником розыгрыша помимо этого в моем дискорде ты найдешь много полезной информации таблиц гайдов и карт на majestic rp а если ты хочешь играть вместе со мной, переходи по ссылочке в описании, регистрируйся и вводи мой промокод Москвин. Он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Вести его можно при регистрации или в чат команды слэш промо Москвин. А я уже буду начинать. Всем приятного просмотра. Let's fucking go. Ну что, ребят, многие старички, кто уже давно играет с того же открытия, знают, что перед Новым годом у Маджестика день рождения. И ему исполнится уже целых три года совсем скоро. И вы должны понимать, что Маджестик может подготовить для нас халяву в честь данного события. Но перед тем, как мы поговорим о халяве и что нас может ждать, расскажу вам очень интересную историю Маджестика. А что если я вам скажу, что Маджестику 10 лет? Вы скажете, что за бред ты несешь, какой 10 лет, мне примерно сейчас так же. В общем, о чем речь идет? Но только истинные и преданные фанаты знают, что Маджестик РП создавался и существовал еще 10 лет назад на движке Samp. И проект так и назывался Samp Majestic RP. Еще в 2020 году об этом появилась информация в официальной группе Маджестика. Но, к сожалению, статья о том, как это все создавалось, была удалена. Но я для вас нашел кадры с того самого проекта, которому уже больше лет, чем мне. Итак, друзья, всем привет! С вами Паха и канал Games Videos Russian. И, в общем-то, друзья, сегодня обзор сервера Majestic Roleplay. Так, друзья, появился на спавне. Кстати, сразу говорю, это никакой не Начинающий RP-сервер это никакой не школа. RP-сервер, в общем-то, это отличный уже полноценный проект. К тому же я нашел их группу ВКонтакте того самого проекта, в которой 11 тысяч участников. И как вы видите, они ее переименовали и дали нам понять, что делают проект на GTA 5. И вот уже совсем скоро нашему любимому Маджестику исполнится 3 года. Напишите в комментариях, есть ли среди моих зрителей деды или бабули, кто застал время сам в Маджестик РП и даже успели поиграть на легенде. Будет очень интересно почитать. А мы вернемся к GTA 5 Маджестик РП. День рождения Маджестика 28 декабря. И как это было 2 года назад. С 28 по 31 декабря у вас была возможность получать вместо 200 Маджестик целых 500, отыгрывая каждый день по 5 часов. Получается, максимум за эти дни вы могли получить 2000 манджети коинов совершенно бесплатно. В этом году будем надеяться, что разработчики порадуют нас и дадут такую возможность залутать коины. Тем более, совсем с этим параллельно будет идти долгожданный зимний пропуск и зимний ивент. Зимний ивент в прошлом году стартовал с 25 декабря по 8 января, с помощью которого люди лутали просто классные вещи, коины, а то и тачки, тем самым фармили много коинов. А если вы еще не видели мой видеоролик с информацией по поводу зимнего ивента, то сейчас в правом верхнем углу вылезет подсказочка «Скорее переходи и смотри». А я уже буду заканчивать видеоролик, всем спасибо за просмотр, с вами был Москвин, всем удачи и пока.